Вопрос, до какого возраста у ребенка должны появиться все молочные зубы? Молочные зубы у детей должны прорезаться до 2,5-3 лет. Если вы заметили, что какие-то зубки еще не прорезались, то можете подойти на прием к детскому стоматологу, которая посмотрит, при необходимости сделает рентгеновский снимочек и вам расскажет, на какой стадии прорезывания ваши зубки находятся. Возможно, их вовсе нет, возможно, они уже почти как на стадии прорезывания. Болят зубы во время питья. Что делать? Если болят зубы во время питья холодной или горячих напитков, то необходимо срочно обратиться к врачу-стоматологу, так как это может быть первым звоночком того, что есть какие-то проблемы с зубами. Кариозные, не кариозные, это может вам определить врач-стоматолог во время консультации. Когда все-таки чистить зубы, до или после еды? Зубы необходимо чистить после еды, так как во время еды в полости рта остаются невидимые глазу, возможно, остатки еды, которые провоцируют рост микроорганизмов. Зубы необходимо чистить после завтрака обязательно и после ужина. После того, как почистили зубки перед сном, уже нельзя употреблять ничего, кроме просто чистой воды. Спасибо вам за ваши вопросы. Надеюсь, наши ответы для вас были полезными.